Я тебе сейчас такую новость расскажу. Я первый раз на турслете, а ты? Ну, давай представим, что ты тоже первый раз. В общем, мы сегодня раскладывали палатки, разжигали костер, готовились к турполосе, репетировали. А еще я сегодня дежурная по кухне. Мне пора бежать, а ты пока покажи всем, как турслет начинается, хорошо? Нам постоянно говорят, что мы снимаем только гумпи. А сейчас давайте заглянем к химикам и посмотрим, как они живут. Ребята, всем привет! Как вам труслёт? Пока начало! Пару плюсов. Первый плюс – недалеко лагерь организаторов. Второй плюс – туалет очень близко. Ты действительно считаешь это плюсом? Это огромный плюс! А это лагерь Института права. Они выглядят слишком счастливыми. Пойдем отсюда. Пойдем отсюда. На лавочках померзли, на сцене согрелись. Все, на сегодня только гитара и костер. Каждый уважающий себя любитель похода знает, как пользоваться веревкой и карабином. А еще важно знать, когда использовать восьмерку, а когда жумар. Без комментариев. Это самое странное, что могло случиться со мной на турслете. Хотя нет, тебе тоже досталось. Coming, fed to the rules, and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now. Everybody, we're still. Кто просто любит жизнь. Не забывай. Солнце, работать не хочется вовсе. Только шум океана, белый песок и нирвана. Тучи, тучи, а тучи.
Птица в час ночной меняет нелюдимая облик твой. Чих, невольница, ты идей, зачем тебе охотиться на людей? Смеяться, прыгать и летать! Летать! Я турист, турист и ты, запомни, турслет — это мы! Последний день турслета. Как вы видите, мы остались живых. Последний рывок. Волейбол. Самые крепкие на поле. Ленивые на скамейке болельщиков. Ну что поделать, давайте болеть. Хотели без комментариев, но не смогли. Вам же интересно знать, кто победил? Бешеный ритм турслета поддерживал огонь соперничества между институтами ТГУ 3 дня. Все, теперь можно выдохнуть. Испытания закончились, итоги подведены. Второе и третье место разделили гуманитарно-педагогический институт и институт машиностроения. В этом году институт энергетики и электротехники ТГУ вырвал победу в турслете у других институтов. А вообще, на турслете нет проигравших, потому что это было здорово. Как твои впечатления о турслете? Это было просто прекрасно, но победа электротеха была заслуженной и очевидной. Что самое яркое, что тебе запомнилось на турслете? Конкретно на турслете? Вот именно представление оформления лагерей. Вот каждый как бы показывали свою фантазию, кто на что гораст просто. На мой взгляд, это самый лучший турслет за все 5 лет, что я нахожусь вот на этом, на турбазе «Спартак» в качестве коменданта. Вернее, сделаю ремарочку. На турслете в «Спартаке» я 5-й год, а в качестве коменданта 4-й год. Самый приятный, самый спокойный, самый добрый, радушный и без дождя. Первый раз. Турслет – это условия выживания в экстремальной среде, непривычной. Здесь люди открываются по-новому. Вообще, если хочешь проверить человека, друг он или не друг, так или сяк, бери его в поход, а лучше еще и в горы. Да понравилось, мне понравилось. Новые люди, вообще атмосфера совершенно другая. Ну, мне даже просто нечего сказать. Но если честно, это не для сюжета. Я поеду в следующем году. Может быть, даже не буду делать новость, но участвовать в турслете я буду 100%.